Это Рино, это маленький Лас-Вегас. Штат Невада. Вот опять казино. Это все тоже казино. Это тоже, да? Они такие огромные. Из него выйти, опять же, вдоль него, только на улице. Сплошное казино. Мы ищем представление, у кого есть такой ресторанчик, где устраивают шоу. Город не спит. Вот этот клоун, визитная карточка Рино. Это здесь представление, да? Да, это то, где мы были. Нет. Нельзя, 6 секунд. Я просто показываю улицы. Это вот проход, где мы проходили. Все. Ну, посмотри, мы... какая мостовая вся блестит. Красотень. Ой, какая красотень. Большущий такой. Циркус? Циркус, это что? Это наш отель? Это наш отель. Еще раз. Наш отель. Очень жарко сегодня было. Сколько сегодня было? А это что? Какой-то кортеж поехал. Нас пропускает, Вова. Нам нельзя идти, 2 секунды осталось. Надо стоять и ждать. А это что, не знаешь, вот это? Это паркинг напротив нашей гостиницы. А, это паркинг? Ага. Красота, правда? Ага. Вот мы еще пришли, такое вот нашли. Люди гуляют всю ночь, похоже. О, какой череп там. Там какой-то дворец спиной. О, какой инопланетянин. Это наш отель. Ага. Это что? Какой-то дворец. Вау. Прям такой страстный. Поцелуй, ну. А, это типа лабиринта. Ага. Идем. Надеюсь, тут котики не писают. А, это часовня, наверное, Вова. Ух ты. Зайди, посмотри. Я сигареты там. Еще раз снимаю. Не знаю, снимала еще раз. Спортсмены. Это чемпионат Америки. Дети приезжали выступать. Вот на улице демонстрируют свои таланты. Ночной город. Не могу перестать снимать. Так красиво. Что это? Тоже казино? Нет,
какой-то магазин какой-то. Можем зайти. Посмотрим. Давай зайдем, посмотрим. Еще раз скажи, что это за перекресток? Ну, интересный перекресток. Можно идти или так, или так, или так, но надо ждать сигнала, чтобы везде был красный. И тогда можно идти прямо по диагонали. Видишь, линии здесь нарисованы на дороге. Короче, можно идти по диагонали впервые. Такой очень перекресток здоровый, вижу, да. Я такого еще не видел. Это специально проход к магазину. Да, говорит, что можно идти по диагонали. Каким хочешь путем. Идем в магазин. Давай зайдем просто посмотрим. Чем темнее, тем больше людей. Опять казино. Опять казино. Ретро-парад какой-то. Какая выхлопная у него. Ага. Я тоже хочу так прокатиться с ветерком. И стоит специально, рыпает. Ну, да, да, да. Чтоб все на него посмотрели. Ждет зеленый свет. А посмотри, сколько их много, боже. Смотри, какая старинная вообще. Ага. Я боюсь, у меня телефон. Крутой чувак едет. Снимай все, снимай все. А вот какой едет, видишь? Ага. Ну этот вообще он полный вперед. Классно. Ага. Это уже современные поехали. Это поехали современные. Снимаю мужа, но на самом деле снимаю бомжа. Вот он стоит с котомками. Вот это вот Америка, страна контрастов. Это такая вот роскошь. И вот это вот на улице. Ночной Рино снимаю, пока не кончится мой телефон, зарядка. Там бомж, здесь танцует. Еще снимаю мода. Ходят в чем хотят. Это тоже Рино. Вот сними эту рекламу, ты все хотела суши свои, не суши. Вот так вот роскошь и. Что, тут едет опять?